Меня зовут Роман. Мой предыдущий опыт был связан с розничным банком, с разработкой решений для мобильных банков. Я не раз выходил на эту сцену, рассказывал про виртуальные банки, про необанки. И, в общем, последние 10 лет так или иначе занимался мобайлом и банкингами. Вот, мы начали в 2004 году с разработки э, многопользовательских Java игр. Потом э, была компания MFM Solution, которая занимается агрегацией смс-трафика от банков. Э, потом компания iDemobile, которая сделала мобильные банки э, Тинькову, Unicredit, Home Credit и еще, может быть, 20 российским банкам. Вот. И э, э, в 2012 году мы запустили InstaBank. InstaBank — это виртуальный банк концепции Mobile First. Три с половиной года он успешно существовал на российском рынке. И вот в мае этого года мы его закрыли. Но, в общем, это был, наверное, еще один шаг на пути к всемирному господству. Вот. И, видимо, пришло время, вот как раз где-то полгода назад, может быть, чуть больше, я осознал все преимущества технологии блокчейн. Не знаю, наверное, Встану я с этой стороны. Да, не раз, наверное, вы уже об этом слышали, что биткоины, они ну, максимально прозрачная валюта. Вот. Это отличный инструмент для микроплатежей. И такие вещи, как Internet of Things, они просто невозможны в будущем для без использования цифровой валюты. Ну и для международных переводов отлично подходит криптовалюта, потому что у нее крайне низкая себестоимость при совершении операции. Вот. Ну и рынок на самом деле огромный. То есть мы видим, что количество кошельков увеличивается со скоростью там, 100% за год, количество операций растет тоже там, по 50% за год, и более 1 миллиарда уже инвестировано в этот рынок в развитие технологии всевозможных продуктов. И если мы посмотрим, такие рынки, как международные переводы, ну, там огромный потенциал, да там 500 миллиардов ежегодно денег из одной из стран переходит в другую. Вот. Ну и таким образом, значит, мы сосредоточились на проблеме решения как-то last mile solution для биткоин пользователей скажите кто из здесь присутствующих хоть раз совершал операцию с биткоином по покупке или по продаже вот Wirex это платежная карта которая принимается в общем везде где принимается MasterCard и э, мобильный интернет-банк, в котором вы можете быстро конвертировать деньги из своего биткоин-счета в э, один из трех э, счетов в евро, фунтах или в американских долларах. Вот. Это решение позволяет вам э, использовать э, криптовалюту, в реальном мире. Причем мы работаем не только с биткоинами, а со всеми остальными альткоинами. Я хотел показать небольшое видео и прокомментировать. Это мобильный банк Wirex. Вы можете установить его в App Store и в Google Play. Мгновенно мы открываем вам кошелек в криптовалюте, и вы можете заказать прямо из приложения себе виртуальную или пластиковую карту. Первая виртуальная карта выпускается нами бесплатно, а пластиковую карту вы можете заказать с доставкой на свой адрес. Стоит это 17 долларов. Дальше значит, вы можете пополнять свой кошелек, причем пополнять его не только с биткоином, а с использованием любых других альткоинов. И, соответственно, переводить криптовалюту, конвертировать ее тут же на один из своих счетов в фунтах, в евро, в долларах. После этого вы можете расплачиваться карточкой где угодно и получать понятную историю операций. То есть вся информация вам доступна в ленте. Очень много внимания мы уделяем безопасности. Есть у нас двухфакторная авторизация. Вот. Ну и, естественно, вы можете использовать свой кошелек для отправки биткоинов куда, куда угодно. Да. Мы сосредоточены на решении трех основных проблем. Это отправка денег отправка криптовалюты. То есть вы можете делать в том числе P2P трансграничные переводы. Дальше мы в ближайших наших планах это предложить сейвингс аккаунты в криптовалюте. То есть сейчас уже у нас запущен такой пилотный проект. Мы предлагаем вам открыть депозитный счет и получать проценты. И мы решаем проблему, как, собственно, основная наша задача, как истратить вашу криптовалюту в реальном мире. Вот, то есть у нас есть возможность предоставить вам информацию по истории операций. Вот, в ближайшее время мы, кроме выписки по фиатному счету, будем предлагать вам и выписку по вашему, счету в криптовалюте. Вот. Varix — это английская компания, headquarters у нас в Лондоне. На сегодняшний день порядка 250 тысяч пользователей в 130 странах мира. Россия — не самый главный наш рынок. Преимущественно мы продаем наши карты в Азии, в Латинской Америке. Более 50 миллионов долларов это объем с начала этого года. Мы растем каждый месяц достаточно быстро. И за последнее время участвовали в нескольких конференциях и успешно побеждали на всевозможных соревнованиях финтех-стартапов. Да, ну и что, в общем, тоже интересно, мы последние 12 месяцев прибыльны, что, в общем, для финтех-стартапа достаточно необычная история. Безусловно, у нас есть конкуренты. Мы считаем своих конкурентами, в том числе, там, необанки, которые, может быть, вы слышали, «Монда», Revolut. Ну и компании, которые так или иначе утилизируют технологию блокчейн. Вот вам известна компания Xapo, тоже прямой наш конкурент, который выпускает карточки, привязанные к счету криптовалюте. Вот у нас огромная компетенция в блокчейне и в построении трейдинговых систем для инвест банков. В том числе есть компетенции в пользовательских интерфейсах, в мобильных банках и в маркетинге. Ну и я очень рекомендую попробовать вам установить прямо сейчас приложение. Мы даем возможность выбрать вам виртуальную карту, привязанную к одному. Из счетов это можно сделать бесплатно. После этого вы заказываете себе карточку Арикс, которую мы в течение 10-15 дней доставляем вам домой. Спасибо. Отлично, отлично. Здесь напротив выхода из зала у нас есть небольшой стенд. Я там всегда доступен для общения. Пару да. слов да, про непосредственно Романа. Роман является настоящим локомотивом, наверное, провайдером э, финтех-технологий на российском рынке. Зарекомендовал себя как человек с очень большим объемом экспертизы в области финансовых технологий. И если позволите, я первый задам несколько вопросов по проекту. А, а, скажи, пожалуйста, по трекингу вы привлекали уже инвестиции? Да, мы Какие? в самом начале... Э где-то полтора года назад у нас была краудфандинговая компания, и мы привлекли 200 тысяч долларов. Это в Лондоне или в, в, Лондоне, да. в Израиле? В Лондоне. А, окей. А ну, и, собственно ли... все, с тех пор больше никакие деньги мы не, не привлекали. Понятно. Можешь ли раскрыть какую-то информацию по росту в пользователях? Я сам вот являюсь как раз пользователем, тестировал 4 месяца назад вашу карточку. Очень интересно. Ну... Как быстро растете вы? Смотрите, вот, э, ну, окей, за сентябрь мы выпустили 19 тысяч карт. Э, за всю историю Инстабанка мы выпустили 15 тысяч карт. Ага. За три с половиной года работы Инстабанка. А. Вот, то есть, безусловно, огромный потенциал. Э, Это где-то 7% получается, да? Если 250 тысяч у вас пользователей, 20 выпустили. Э, ну, 7%, да. 7, 7 э, в месяц вы растете. Рынок растет. Угу. Отлично. У кого есть да, вопросы, давайте. Начнем. Роман, спасибо большое за э, замечательную технологию. Слежу за вами на самом деле очень давно. Вот, приложение оставил только. Э, до сих пор еще карту не заказал. А вопрос такой: вот напрямую сразу просто не заказал карту. Не помню, почему-то была недоступна эта возможность тогда, когда э, мне необходимо это было. И мне пришлось заказать карту Coins банка. Да. А вот э, его во всей этой таблице сравнительно я не увидел. Вот насколько он прямой вообще ваш конкурент и чем вы лучше? Ну, э -э, я думаю, что количество пользователей Варик существенно выше, чем у CoinsBank. CoinsBank э -э, э -э, известный э -э, в России бренд, вот, но э -э, есть еще, может быть э -э 10-15 известных мне компаний существенно меньше, которые стартанули позже. Вот. Но попробуйте сравнить в плане развитости инфраструктуры, функциональности приложений веб, мобайл. Вот. В ближайшее время, до конца года, мы должны запустить новый интернет-банк. То есть сейчас то, что у нас есть. Да, предыдущее наше название это e-coin. Возможно, вы знаете, значит, где-то Несколько месяцев назад мы сделали ребрендинг Wirex, вот. Ну и вот совсем скоро, там, может быть, в считанные недели мы запустим новый интернет-банк Wirex, и вы почувствуете разницу между коинс-банком. ну и мобильное приложение тоже посмотрите, оно сейчас уже прекрасно. Здравствуйте, Tonebase. Um, у вас uh, вот мобильный вал который вы показывали, который uh, много разных uh, old coins имеет. Это веб wallet или это кто private key держит, вы или user? Uh, у нас да, интеграция с Том uh, и это функциональность от них. То есть так, мы так. запустили где-то месяц назад. Вот. Так да. Shapeshift ну, shape не держит private key. Делает как, как конвертацию. Да. Ну, он делает конвертацию. Ну а кто держит а, private key всех этих валют? юзер в телефоне или ваша компания? Я сейчас не могу вам ответить на этот вопрос. Может быть, чуть позже. Хорошо. И, ну вы уже если это компания, это гигантская security. Вы не думаете, это не опасно? Вы должны быть эксперт на всех этих коинов, как их протектить? Ну, это не наша экспертиза, то есть это экспертиза нашего партнера. Если я правильно понимаю этот проект, да, там Secret Key по биткоину у них, на их стороне находится, по всем остальным криптовалютам они пользуются сервис-провайдером, ShapeShift, да. Ну, как конкретно это реализовано, да. Следующий вопрос. Добрый день. Я, к своему удивлению, о вашем проекте слышу первый раз, хотя вроде бы слежу. На всякий случай, уточню, правильно ли я понял, что вы предлагаете некую дебетовую карту, которая привязана к кошельку, например, биткоин в вашей системе, и с этой дебетовой карты я могу пойти там, в, любую, в любой магазин, который принимает MasterCard Visa, и расплатиться им этой картой с своего кошелька биткоин, и происходит конвертация какой-то момент биткоинов в фиатные деньги. Да, все, все верно, все, да? Все верно. Вы делаете конвертацию перед тем, как пойти в магазин, нужную сумму? А я заранее, я заранее делал. Да. Да. Я через приложение должен конвертировать, а потом оплатить. Да, все верно. Понятно. А котировки вы откуда берете? Как быстро они обновляются? Я так понимаю, что к биржам мы каким-то подключены для того, чтобы актуальный курс какой-то предлагать клиенту? Да, ну я, я бы не хотел вдаваться в детали. То есть мы подключены к бирже. Вот, часть конвертации мы делаем самостоятельно, потому что у нас есть трафик на покупку и на продажу. Вот, но большее количество трафика у нас именно на продажу биткоинов, соответственно, мы его конвертируем через биржу. Хорошо, спасибо. Отлично. Еще один вопрос. Скажите, а какие имеются ограничения по оплате при использовании карт? И я так понимаю, мы с вами до этого беседовали, что определенно нужно пройти какую-то процедуру KYC. И кто хранит эти данные? Да. Спасибо. Ну, изначально вы можете заказать карту без идентификации. То есть вы регистрируетесь на нашей платформе как пользователь, естественно, там вводите там, имя, фамилию, e-mail и номер телефона. Вот, но эта информация, она хранится у нас в системе, просто это идентификация вас как пользователя. Вот, и вы можете пользоваться виртуальной картой, либо пластиковой в рамках определенных лимитов, то есть это 2500 долларов. Если этот лимит вас не устраивает, вы его хотите увеличить, вы, соответственно, должны пройти стандартную процедуру KYC, она уже делается на стороне нашего партнера, который эмитент, пластиковых карточек, для этого вам необходимо прислать нам фотографию паспорта и счета за коммунальные услуги, которым видно ваш адрес. То есть достаточно простая процедура идентификации. Мы вам очень быстро даем ответ, ок или нет, и в течение там, недели, может быть, двух присылаем карточку. В России карточки мы доставляем. Карточка 17 долларов стоит. Отлично. Я, кстати, обратил внимание, что раньше вы вроде находились на Кенри Ворф в Лондоне, да, в level 39, в крупнейшем акселераторе финтех стартов. Сейчас поменялся адрес. Ну, Переехали. В Виворке мы сейчас. В да. Окей. Спасибо, Роман. Тогда да. Поблагодарим Романа. Да.